Итак, снова всех приветствую, дорогие друзья, любители The Long Drive. Мы снова в нем. Это наша новая локация, машина, гольфик и гирик тут, который пока еще не особо шарит в The Long Drive. Но, ребятки, я учусь, все будет хорошо. Давайте напомню, что было в прошлом выпуске. Мы приехали сюда, здесь классный гольф, куча всякого хлама. И давайте же сейчас насобираем всего и... смотаемся подальше. Еще у меня в планах восстановить вот этот прицеп. И я уже подумываю, может нам на гольфе вообще умотать. Если у нас будет прицеп, будет место, почему бы и нет. Но давайте начнем, значит, что у нас с потребностями. Так, как посмотреть потребности? Так, ага. Так, у нас, нам хочется пить. Хорошо, давайте в первую очередь найдем воду. Найдем воду. Ну-ка, в радиаторе. Вода, да, отлично. Отлично, давайте восполним максимально водой, потому что, ну, нам это действительно нужно в данный момент. По другим потребностям пока все более-менее хорошо. Давайте максимально мопед. Ребят, я не видел мопеда. Сейчас, давайте на ней попробуем покататься. Так, ребят, у нас же есть этот прицеп. Мы сейчас загрузим его в наш прицеп. Ага, мотора нету. А, не, есть мотор, ребят. Мы его сейчас загрузим в прицеп, и он будет с нами. Мало ли что может случиться с нашей... Так, а что у него вообще по топливу? Давайте сейчас, секундочку. Сейчас все гирик тут организует. Немножечко, видите? Гирик тут еще не до конца понимает... А, нет, вот, все. Он до конца... Нет, не до конца. До конца понимает... Не до... Сейчас я его поставлю. Что по жидкостям? Ладно, можно и так посмотреть. Вода. Там полностью вода. Но просто тратить воду я не хочу. Я ее хочу куда-нибудь слить. Здесь что у нас? Пусто. О, мотор, ребят. Вообще мотор. Пустой. Пустой. Колесо. Тоже обратим внимание. Вода. Давайте мы... Не, мы эту воду мы сразу выпиваем. Маленький объем. Тащить смысла нет эту бутылку. Что это? Масло, как всегда. Масло. Да не, неинтересно. Короче... Вот, красочка зеленая. Может, там в зеленую покрасить? Ладно, ребятки, сейчас я суечусь. Очень сильно суечу. О, масло. Масло мы сейчас... 58 литров, ребят, вообще можно бодяжить, разбодяжить. Здесь есть даже этот... Да, мы его закинем в, бага... в этот... В прицеп, пусть с ним едет. Сейчас еще осмотримся. Так, попить попили. Так, ребятки, значит, у нас есть наш мопед. Вода. Так, слить. Куда же нам слить? Где нормальная канистра? А, вот, в принципе, канистра. Ага, тут масло есть, а здесь у нас газ. Давайте масло зальем в двигатель. В любом случае, оно у нас пригодится, оно уходит. Что у нас здесь по маслу? 8,7. Ну, практически полное, ребят. Ну, ничего страшного, еще будет. Отлично. Все, теперь мы сюда сольем воду. Отлично, открываем. Обязательно открыть крышку нужно. Так, теперь как-то мне этот мопед поднять получается. Вот так вот мы его куда-нибудь... Опачки! А почему? Хорошо, ну. Я хочу слить. Крутил, вертел, а толку нету, да, дорогие друзья? Очень олицетворяет данную ситуацию. Хорошо. Ну, здесь действительно вода практически пол... А ну-ка, вот, вот сейчас, да? Нет? А почему оно не заполняет? Хорошо. Эх, печаль, беда. Печаль, беда, почему оно не заполняет? Конечно, конечно бы найти нам шланг, с помощью которого мы заполним, да? Но что-то я не питаю надежд его найти. Как ее называют? Кишку, да, найти? Кстати, вы знали, что вот этот вот баллончик, его можно, во-первых, пополнять, да? А во-вторых, его, чтобы он хорошо красил, нужно очистить. Я не знал, честно, не знал, дорогие друзья, но теперь знаю. Так, хорошо. Наверное, мы вылили всю воду отсюда, поэтому можно лить топливо. У нас, кстати, интересно, есть? Да. Смысла нет теперь наполнять канистру. Давайте, все, вылили полностью. Зальем теперь сейчас сюда. Вот так вот. Аккуратно, аккуратно ставим. Да, мол... Да ё-моё, да почему он падает? Хорошо, сделаем вот так. Вот так. И сейчас все аккуратненько мы... Поставим, друзья. Вот.
Итак, ребят, сейчас давайте его вот так вот. Я сейчас максимально аккуратно. Все, отлично, супер. Давайте зальем в него бензина. Так, здесь у нас масло. Что у нас? Ага, смотрите, 13 литров бак в баке бензина чистого. Ребят, это очень круто, кстати. На нем можно взять и ехать. Конечно, найти бы кишку. Вода. Ага, почему не пишет? Ага, не, масло нам не нужно, окей. А, нам нужно найти бензин, наверное, будет у меня в машине. Давайте посмотрим. Так, дизель, нет, дизель нам точно не нужен. Газ, во, газ, давайте все-таки зальем сколько-нибудь в мотоцикл. Понятно, все не будем заливать, потому что, ну, может быть, я на нем вообще не буду ездить, друзья. Вот, 0,5, отлично. Для этого мотоцикла это очень много. Расход там небольшой, поэтому все, бросаем газ. А, давайте теперь покатаемся. Я не катался, честно говорю. Ага, я понял. То есть нужно... Как подножку убрать? Давай, 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 давай. Ладно, нет, давайте все-таки уберем подножку. Вот, отлично, отлично. Ну, газ есть. Пока только я педали кручу. Отлично, ребят, смотрите, мы едем. При этом крутим педали и едем. Да нет, по-моему, это чисто наша тяга. По-моему, да? Да, он не заводится. Ребят, он не заводится. Почему? Хорошо, масло где наше? Давайте посмотрим маслица. А, здесь подождите. Подождите, здесь, скорее всего, двухтактник. А здесь нужно бензин с маслом. Правильно? Ну, я могу ошибаться. Ну, для масла здесь... Да, это двухтактник будет. Давайте его поставим. Зальем немножечко... Эх, что-то такое. Зальем немножко масла. Где-то у нас... Вот мы видели масло. Вот, да, по-моему? А, это дизель тут был. Да-да-да-да-да, это дизель. Масло. Газ. Не, газ нам тоже не нужен. Эту штуку тоже в сторону. Ойл, да. Давайте попробуем. Это просто, знаете, на шару. Я нигде не видел, нигде не смотрел, как на этом мопеде ехать, но... Ой-ой-ой, попил случайно, но я предполагаю. Так, как-то нам... Вообще двигатель вынял. Сейчас, дорогие друзья, все будет. Надо вот так, чтобы, знаете, он немножко вот так на горочку, вот так стоит. Короче, полвидео, гирик тут, ставит мопед. Есть, есть, есть. Все, главное теперь не трогать. Все, масло. Ага, я не открыл крышу. Есть. Давай, пока он не упал. Сейчас сделаем дело. Вот, видите, масло. Давайте, ну, так, не жалея. Ну, хорошо, 6%. 6%. А, хотя непонятно, какая должна быть по факту пропорция. Но давайте, я постарался. Если что, просто его закинем сюда. А вы потом напишите, сколько, какая пропорция действительно должна быть. Поехали, поехали, поехали. Так, разгон. Ребят, это победа, это действительно победа. Все, берем с собой эту классную бричку. Ой-ой-ой, врезался в этот, как его? В кактус. Все, едем, мне нравится. Закрываем. Все, отлично, это супер находка. Все, супер. Честно, мне нравится. Взяли, закинули с собой в дорогу. Пригодится, мало ли, мало ли. Сломается машина, еще что-либо. Так, конечно, оп, сверху. Просто шоколадка? Серьезно, так мне интересно. Да, просто шоколадка. Ладно, скушаем.
скушали и жизни прибавили. О, стоп, не, пусто. Все, давайте расшарим быстренько, быстренько. Все-таки поедем на этой машине дальше. Так, давайте посмотрим, что у нас с колесиком нашим. Ну, вообще, вот это хорошее колесо. И шина, смотрите, какая шина. У нас есть уже старые шины. Давайте дреманем. Залетай, залетай сюда, дружок. Это что у нас? Масло. 0,9 масло. Хорошо, ладно, пойдет. Закрываемся. Блэмс. И поспим обязательно. Блэмс. Ждем день и ночь. Ребят, сейчас я напишу кое-что. Что это за бидон такой? И зачем он, и что с ним делать? Вы тоже, пожалуйста, отпишите. Вот, Ага, ночи вообще нас. А, это рассвет. Все, отлично. Вот эти бидоны, мне до сих пор непонятно, для чего они. Так, значит, канистра. У нас здесь газ плюс масло плюс дизель вообще. Ну не, нам такое не нужно. Шина, опять же, шина хорошая. Блестяшка. А давайте вот эту. Смотрите, здесь у нас юзанная. Так, взяли колесико. Разобрать. А, нет, но это слишком большое. Ну-ка, налезь на сюда. А, нет, оно вообще другое. Ладно, хорошо. Проще тогда пройтись это колесо восстановителем. Есть у нас вообще... А, есть у нас восстановитель. Есть. Действующий он, интересно. Да, 19. Хорошо, давайте восстановим нашу покрышечку. Смотрите, она свежачок, ой, я не хотел, свежачок, теперь мы берем и ставим, давайте сейчас пройдем по всем покрышкам, да, потому что не хотелось бы, чтобы с ними что-то, а, это вообще маленькое, кстати, сюда, по-хорошему, ах, диск, ребята, не туда, по-хорошему поставить, здесь, в принципе, хорошее черненькое, а если на мотор побрызгать, сейчас проверим обязательно, а вот здесь, походу, заюзанное. Да, давайте снимем. Да, давайте немножечко восстановим. Отлично. Ну и диск давайте. Блин, у нас не хватит на мотор. Чисто в воздух. Ладно, окей. Ой. Все, отлично. Ну, ребят, ну лучше, чем было, однозначно. Конечно, еще я бы хотел восстановить вот наш этот прицеп. Но мы сейчас посмотрим, возможно, будет заряд для... вот этой нашей штуки. Нет, это... Нет, ну вообще вот это очень похоже на что-то, что... Ну, можно поставить на мотор. Давайте все-таки еще раз мы попробуем. Так, вот эту фигню пока мы положим назад. Так, есть. Давайте, так, что еще? Вот эту фигню попробуем установить сюда. Не ставится, да? Хорошо, давайте на бензиновый мотор ее попробуем. Может, что кто-то писал, что можно форсировать моторы. Ну вот мы сейчас попробуем это сделать. Нет, сюда нельзя. Хорошо, давайте попробуем вынести мотор. Здесь зафорсировать и вставить, не? Так тоже не катит, здесь у нас масло. Ребят, в общем-то, гольфик тоже готов для поездочки. Откровенно говоря, и может быть давайте на нем двинем. Он такой, знаете, антуражный. Только, видите, шины, конечно, не очень. Но нас это особо не интересует. Может, правда, на гольфике, друзья? Мотор что, новый здесь? Ну и мотор свеженький. Давайте попробуем завести нашего друга. И бензина много. Но он не заводится. А почему? Почему маслица? Что у нас по маслицу? Да нет, у нас масла много. Бензином воды. Есть вода? У нас даже... А, вода с маслом. Ну окей, пускай будет с маслом. Тоже для нас не проблема. Почему он тогда может не заводиться? Нет, ну, я люблю гольфик. Я бы на нем уехал. Вопрос, почему он... Фух. Почему он не заводится? Газ. Может, он на дизеле? Да нет, ну что за бред?
Ребята, почему он может не заводиться? С жидкостями все в порядке. Попробовать сюда вкинуть другой двигатель. Вот здесь какой-то тоже новенький лежит. Я не знаю, он может быть даже мощнее. Давайте попробуем. Может быть сейчас все заведется и все поедет. Сейчас посмотрим. То есть если проблема в... А, так он такой же. Просто здесь вот этот фильтр есть. А почему здесь его нет? Хорошо, ладно, выдираем мотор. Окей. Да, он такой же, только здесь фильтр есть. Может быть, это какое-то улучшение, да? И он будет быстрее. Нету это... В общем, да, давайте попробуем его сюда вставить. Ага, масла нету, масла нет. Мы сейчас зальем. Вообще для нас не проблема. Так, как-то вот так мы его уносим. Все, и сливаем. Я научился вот так вот максимально классно сливать. Поэтому сливаем. Все, отлично. Надеюсь, не зря слил. Погнали. Ребят, мы едем на гольфе. Мы едем на гольфе с прицепом, с мопедом. Поэтому да, я думаю, что все будет хорошо. Давайте, значит, подготовим наш гольфик. Машина, конечно, наша тоже крутая. Но кто виноват, что у нас столько крутых машин, что, ну, приходится выбирать. Поэтому давайте берем вот этот таранбас наш. Отцепляем. Как отцепить? Не-н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 е. Стой, стой на месте, не катись. Отцепляем таранбас, и все, что наши пожитки, мы кладем сюда. Я надеюсь, оно никуда не денется. Со временем. Пшикалки нету. Но ее можно набрать, но мы не будем этим заниматься. Так, нам нужно сначала зашкурить наш прицепчик, дорогой. И потом мы его покрасим в какой-нибудь классный цвет, дорогие друзья. Обязательно, просто без вариантов. Так, все, бросаем и еды тут. Не, еду мы... Ладно, давайте подъедем просто на нашем гольфе и что сделаем? И все это туда загрузим. Кстати, классная реальная машина и очень интересно звучит. И на бензине, и бензина много. Друзья, очень много у нас бензина этого. Ой-ой-ой, едет хорошо, смотрите, бодро, бодро, бодро. Ой, мы уже врезаться на нем успели. Очень бодро едет. Потому что двигатель новый, все новое. Кто-то еще, кстати, советовал добавить алкоголь туда. Он, видите, катится. Все. Все, отлично. Открываем багажник. Он тут небольшой, но нам хватит, друзья. Чтобы сложить туда еды какой-нибудь, всякой какой-нибудь вот такой вот, знаете, нужной штуки. А это что я забыл, кстати? Это шоколад. Нет, это не шоколадка. Ладно. Так, красочка, соточка краски оранжевой. В эту оранжевую краску мы потом сделаем наш прицеп. Это тоже важно. Так, какие-то фрукты, продукты. Здесь особо с ними нет проблем, но мы все равно их на всякий случай возьмем. Вдруг мы где-нибудь застрянем. Дизель. Я не знаю, для чего нам дизель с собой, но пускай будет, дорогие друзья. Возможно... О, кстати, свет в багажнике. Не знал. А, это не свет в багажнике. Это наш прожектор. И мясо, которое... Мясо, которое я не люблю есть. Кстати, что у нас по... А, нам нужно в одно место. Вот, мы... И сейчас по такому я сделаю, ребят. Ну, извиняйте. Вот так надо. Сейчас присядем. Вот, поэтому моя цель покрасить прицеп, который уже уехал. И вот мы на новой машине, получается. О, давай быстрее. Сейчас поделаем, ребят, все дела. Просто, чтобы забыть пока на время об этом. Все, идеально. А здесь мы можем до конца? Не, не можем, походу. Либо это нужно делать в специально предназначенном месте, но у нас нет времени. Так, мотор пусть валяется. Это что за канистра? Пусто. Пусто. Вот это что за канистра? Масло. Нужно нам столько масла? Ой, ну да у нас и так много было. Так, значит, это есть. Это соточка серого какого-то. Да не, серый нас не интересует. Это какой-то ржавый. Мотор тоже нас не интересует. Это не интересует. Тоже не интересует. В общем, я не скажу, что много полезного. Зеленый. Соточка зеленого. Да нет, у нас есть наш. Ружбаечка. А, вот очиститель я заберу. Без вариантов. Пошлите почистим наш этот. Ой-ой-ой. Сейчас, ребят, секунду. Почистим наш прицепик.
Давайте, друзья, быстренько почистим. Я просто на секунду вышел из игры, зашел, смотрю, нету нашего этого прицепа. А он знаете где? Где-то. Вон он. Ребят, он просто чилит от нас. Ух. Все, едем забирать. Срочно! Срочно едем. Сейчас прицепим к бугольфику, ребятки. Эх. Где у нас что-нибудь? Ладно, патрики пока там. Срочно едем. Срочно, срочно! Где он? Я его потерял уже. Ага, все, сейчас заберем. Надо, чтобы только из него... Ох, ой-ой-ой, прямо задком. Прямо бочком вальнули. Так, аккуратно. Все, наручник обязательно. Выходим быстро, быстро берем. Да, кстати, ничего. О, видите, он катится и катится. Все, мы его сейчас... О, мы можем на нем поездить. Классно, с горки только. Плохо, что только с горки. А, видите, он тяжелый полу... Мопеда, выходи пока. Вот это... Блин, мопед потерял. Потерял мопед, друзья. Или пусть катится, нафиг он нам... Не, он нужен, реально, он нужен, он классный. Вот этот вот так, вернуться потом. Все, быстро, быстро. Мопеду заберем, мопеду заберем. А где он? Не, серьезно, я просто без шуток, а где наш прицеп? Где там наш бинокль? Нет, это очередная постройка. Да не бурчи, не бурчи. Это дом, в котором мы, кстати, были уже, да? Да что это такое? Где он? Так, выходим. Выходим, дорогой друг. Мы провалили задание по восстановлению прицепа. Потому что мы потеряли сам прицеп. Ну, он явно с горки катился. Он же не мог с радаров попасть. Пропасть. Да ладно, может и не нужен он. Просто плохо, что мы туда наше все сгрузили. Вот это, конечно, не очень хорошо. Но я не могу сказать, что он прям ценный-ценный. Все, ребят, ладно, не будем на это тратить время. На пустую... На... А, машина, кстати, перегрелась. Потому что там масло в радиаторе. Хе-кек! Ничего страшного. Все, давайте. Переживем. Хотя планов было много. И вот это вот наше здание, да, пошло оно. Вообще, все. Все, едем. Этого, вот этого достаточно. Выживем. Воды достаточно, еды достаточно. Все, нормально. Со мной родной гольфик, и мне этого достаточно. Он нагрелся, да? Где температура тут? Да, он нагрелся. Вот это плохо. Вот это плохо, у нас нет воды. Так, ладно, давайте глушим. Зря его, кстати, оставил работать. Все, ничего страшного. Сделаем вид, что так и вообще и планировалось. Да, видите, он кипит, и там масло, и много дыма. Ничего страшного. Все хорошо, так и должно было быть. Так, ладно. Вот эту брызгалку, которой мы хотели очистить наш прицеп, мы пока бросаем сюда. Мопеду тоже мы там оставляем. Не принципиально нам мопед этот. Здесь же на багажник нельзя загрузить. Так, ну что, ну все. Может быть, сейчас еще где-то там внизу найдет мопед. Будет, было бы хорошо. Не найдем. Домой. До свидания. Так, что я хотел? А, я хотел посмотреть, что у нас по маслу в самом двигателе. Масла хватает. Отлично, нам этого надолго хватит. Воды, конечно, проблема. У нас даже с собой нет воды. Насколько я помню. Ну и да ладно. Переживем. А вот это что за канистра? Хорошо, что хоть бензина есть много. Это у нас, ну... А, дизель. Ну, дизель нам не нужен. Ладно, все, едем. Давайте залутаемся где-нибудь на следующей постройке. Ничего страшного. Мы ничего не потеряли. Едем. Сейчас, может, еще наш прицепик найдем, друзья. То есть вот нижняя точка, вот с горки мы спускаемся. И, ну, все равно прицепа нет. Ну, буду знать, это для меня хороший урок.
Так, столбы справа, да, по-моему, должны быть. Полетели. Полетели столбы справа. Едем. Путешествие, дорога нас ждет, дорогие друзья. Хорошо, что мы сменили машину. Мне нравится эта машина, она достаточно быстро едет. Блин, камин. Давайте проверим, чтобы у нас ничего не отвалилось. Да не, классная машина, ничего не отвалилось абсолютно. Бензина много, 100% бензин. Все, едем дальше. Нам осталось только ехать. Мы в этом выпуске хотя бы едем по дороге. Да, то есть наша цель доехать до конца. Мы эту цель сейчас, в этом доме я был, кстати, в прошлом выпуске, поэтому... Заяц, не-не-не, не рискуй. Поэтому вы можете подумать, почему ты сюда не заехал. Да просто, потому что мы здесь уже были. Едем, ищем следующую постройку. Давайте немножко просто проедем дальше, потому что так можно... зациклиться и вообще не проехать. Но давайте мы едем. Плохо, конечно, что мы все потеряли. Ну да ладно. Захотел бы, нашел. Ребят, захотел бы, нашел, но я не хотел зацикливаться, да. То есть наша цель двигаться вперед. Но сейчас бы мы пока бы нашли наш прицеп. Пока бы вернулись. Пока бы мопед... Свет. Дальник. Пока бы мопеду нашу нашли. Пока бы вернулись. Еще полутали. Ну, в общем, ребят, очень много времени. А так мы уже едем. При этом у нас и попить, и вроде и из еды что-то есть. И бензин, и масло. Ну, правда, по охлаждению у нас есть проблемки, да? Но ничего страшного. Я думаю, что по факту все будет хорошо. Мы, по крайней мере, едем. Уже, ну, пройден немалый километраж, дорогие друзья. Там в районе 30 километров. Ну, это мало, конечно, по сравнению со всей игрой. Но сейчас вот мы едем без проблем. То есть у нас все есть. Мы можем просто брать и ехать. Вот сколько километров? 20... Нет, 2 километра на этой машине проехали. Вот, поэтому, да, едем, едем. И горе не знаем, как... Так, камни только объезжаем, потому что можем, конечно, попасть. О чем нам поговорить, пока едем? Ну, мы вот едем, разговариваем, планируем дальнейшие наши действия. Конечно, было бы круто найти какую-нибудь быструю машину, но меня гольфик более чем устраивает. Плюс он по внешне прикольный. Это первый гольф, скорее всего. Вот, друзья. Поэтому, да, мы уже проехали на нем почти 3,5 километра. Это очень немало. Мало. Ляпнул просто, чтобы ляпнуть. Сорян. Ага, ребят, все, едем. Так, значит, дорога, мы видим всю дорогу. Давайте остановимся, наверное. Оп, что-то... А, есть. Все, остановились. Свет, свет, свет. Бэмс. Ребят, всем... А руку он может съесть? Сид. Не-не. Воу, куда... Куда-то про... Не, все, глушим. Остывай. Остывай. А мы покушаем. Надеюсь, не опасно. Мы под столбом, дорогие друзья. Это что? Ну, по-любому это нужно есть. Все, съели, пить захотели. Отлично. Что еще можно скушать? Вот эту какую-то маракую. О, мы, кстати, вот ее едим, а кушать не хотим. Вот это что? Ох, классно прибавило. Все, 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 все. Пускай чилит. Отлично, все. Закрыли багажничек. Багажник, чек. А почему такое стекло стало непонятное? Ладно, все, давай. О, реально, а чего все запотело? Я не въезжаю. Ну, такого не было. Вот есть, можно открыть, да? Ну, реально запотело. Прикол. Прикол. Давайте поспим. Сейчас я закрою. Спим. Отлично, видите, под столбом. Очень круто. Очень вообще зачетное место. Ох, друзья, о, ну-ка, что у нас с нашим лобовым? А, все нормально, с лобовым. Так, давайте выйдем, посмотрим. Не так-то и много мы, конечно, проехали. Впереди нас ждет долгий путь. Машина остыла, садимся и едем. Просто садимся и едем, дорогие друзья. Вот, все очень круто у нас. Вообще безотказный гольфик. О, шлифует. Шины нужно будет скоро менять. Давайте откроем. Сразу так хорошо видно. А дворники здесь что у нас? По дворникам? Нету дворников, да? Потому что как будто нужно протереть. А давайте посмотрим в менюшке. Так, так, так. Controls. Controls. А, ну, я здесь немножко глянул. Судя по всему, дворников нет. Но я, по крайней мере, их не нашел. Поэтому я... А, ну вот, уже, в принципе, хорошо видно. Отпотело. Отпотело. Все, летим. Летим. Скорость хорошая. Дымим черным.
Ну, в принципе, гольфик не новая машина, поэтому ничего страшного, едем в горку. При этом едем в горку, температура хорошая, бензин, ну, пока хватит. Поэтому все, ребят, едем, в ус не дуем и наматываем километраж. А, забыл отрегулировать, чтоб видеть все. Вот, супер, все, совсем другое дело. Мне нравится гольф, он маленький, компактный, красивый внутри, если это можно так назвать. И, собственно, все классно. Все очень классно. На нас никто еще и не нападает. Супер. Что может быть лучше? Давайте едем по... Ох, далеко. Вообще, смотрите, очень долго идет пустыня. Я бы, конечно, и зиму бы хотел. И лето с травой. И там еще какие-то есть, да? Эти времена года. Ну, не времена года, а точнее в игре события там. Снег, пустыня, трава. Еще, по-моему, 4 их. Но я могу ошибаться. Так, на горочку поднялись, поднагрелся наш мотор, но вот мы, сейчас полегче ему в любом случае будет ехать. Так, тихонечко тормозим. Так, что у нас по... Давайте выйдем, машинка как раз пока остынет, давайте возьмем бинокль и просто посмотрим. Да, видите, надо чистую воду залить. А, ну это дом. Правда, как-то очень далеко, друзья. Давайте пока не будем. Потеряем много времени. Там у нас тоже что-то ничего нет. Ну, в общем, я думаю, что будет хорошим решением просто ехать дальше. Ребят, только что выходил, смотрел, сколько мы проехали. Итого, мы проехали 34 километра. Это немного, поэтому просто берем и едем. Просто берем и едем вперед к мечте. Потому что проехали мы очень мало. Мы большую часть времени просто лутались. Но ничего, у нас уже есть какой-то багаж. Понятно, что мы будем заезжать на какие-то станции. Потому что хотелось бы больше воды. Топливо у нас пока есть. Ну, в общем, хотелось бы воды, еды. Ну и, может быть, знаете, какой-то классный транспорт найти. Вот чисто из-за транспорта, ну, пока гольфик вполне устраивает. Кстати, кто-то говорил, если алкашки добавить, то будет быстро. Будет быстрее. Поэтому на ближайшем каком-нибудь пункте, если нам это найдет, мы немножко его бак плеснем и посмотрим, действительно ли это так. Ну, скорее всего... О, кстати, смотрите, с горочки разогнались. Хорошо, идем. Сколько? 120, ребят. Вот это да, вот это... Ой-ой-ой-ой. Так, давайте. Все, я сосредоточен на дороге. Резина у нас, конечно, так себе... Поэтому может и носить на большой скорости. Здесь это тоже очень сильно влияет. Но пока мы едем, в ус не дуем. Никаких проблем у нас не возникает. Зайцами тоже у нас проблем не возникает. Поэтому едем, дорогие друзья. Я еще за... Ух, ю-ю-ю, как мы его хорошо проскочили. Поэтому я задумываюсь, друзья, для... над тем... Воу-воу, чтобы в My Summer Car поиграть. Вы всегда... Так, справа же столбы, да, должны вы, да? Ребята! Ребята, это вот эта скорость. Вот это... Так. Ребят, все. Мы просто на огромной скорости размотались. Я не знаю, давайте сейчас просто смотреть, что с машиной. Но... Да нет, с машиной все хорошо, просто походу с багажника все по... Да нет, ну я же видел, вываливалось. Ребят, ну гольфик меня поражает. А, знаете почему? Скорее всего ничего не поотваливалось, там ни колеса, потому что он не ржавый. В принципе, с большего по запчастям он нормальный. Ну колеса чуть-чуть, а так кузовня, все это хорошее. Поэтому налетев на такой камень... С ним все в порядке, друзья, поэтому садимся и едем дальше. Что-то у нас повыпадало. Ага, что-то он не спешит ехать.
Нагрелся, да? Да, вот стрелка. Да, он нагрелся. Ладно, хорошо. Хорошо, вот дорога где-то там, и вот что-то выпало. Вот что это выпало? Радиатор, получается? А, ну радиатор выпал, ну не проблема, мы его просто возьмем и поставим на место. Поэтому она так быстро нагрелась. Друзья, это не проблема для Гирика тут, для вас, для... Это вылилось что-то? Да не, это кажется. Ладно, все, да чего ты кипишуешь? Машинка, сейчас мы тебя поставим, все, в бой, сейчас ты будешь охлаждаться, вообще не проблема. Не проблема, ты у меня самый лучший гольфик. Все, шкребет как раньше. И зайчик видел, он был свидетелем ДТПшечки. Все, выезжаем на дорогу. Вот это нас несло, ребят. Честно, я думал, что ну все, ну это будет вообще что-то с чем-то, но обошлось. Давайте заглушим. Фух, передохнем немножко. Что у нас? Да нет, по-моему, ничего мы не рассыпали. Давайте возьмем бинокля. Бинокль. Сейчас все начнут повторять. Я просто по приколу говорю, а все начинают потом говорить, что Гирик тут, ну, вот ты неправильно говоришь. Естественно, неправильно, потому что я по приколу это говорю. Не, ну гольфик красавчик, конечно. Вы просто посмотрите, как шикарно выглядит эта машина. Так, пока по сторонам ничего нет. Зайцы только бегают. Ну все. А что это летит такое, какой-то самолет? Так, ладно, все, у нас нет времени. Нужно лететь. Очень благодарен я нашей машине, что с нами особо страшного ничего не случилось. Бэмс, погнали. Ой, чуть опять. Все, ребятки, летим. А мы летим куда-то далеко. Не, вот это, конечно, событие было. Вот это было... Просто камень. Почему-то как-то слабовато мир прорисовывается, друзья. А вот что-то там есть, да? Или это... А, это дорога, скорее всего. А вот здесь почему такая прорисовка непонятная. Ладно, сейчас будем разбираться. Так, немножечко подкипели. Давайте мы с вами просто сейчас посмотрим, что по жидкостям. Да, воды не хватает. Нужно заливать. Масла хватает. Масло у нас... Так, секундочку, микрофон немножко подкручу. Вот так, отлично. А, так, значит, по бензину было 18, стало 12. Кстати, достаточно много потратила. Что, можем масло залить? Так, дизель. А, нет, у нас, кстати, ничего и нет. Печально. Давайте, что у нас по еде? Сходим кое-куда. Пока все равно машина... Кстати, а, ладно, все. Уже поздно. Сделаем сейчас немножко делов и поедем дальше. Как раз останет машина. Значит, да, нам нужно... Это камень. Да, это камень. Что это? Вот там я видел... Это дорога, ну что-то как-то странно, да, прорисовано. А вот это, кстати, вышка, да? А давайте на нее съездим. Давайте на нее по-любому съездим. Я еще не был на таких вышках. Мне интересно, есть ли там что-то нормальное или не... Не закрыл или нету. Поэтому едем. Закрыли, погнали. Все, шлифует. Шикарно, шикарно шлифует. Погнали. Так, зайцы, зайцы. Нам не интересно. Кто-то писал, что зайца можно готовить. Приготовим. Вопросов нет, но давайте, сейчас меня интересует вышка. Уже что-то лежит. Все, машинка, ты остывай. А, вот у нас, кстати, все управление, да? Лена, up, down, scroll. А, это, кстати, вот наше положение. Я реально не знал. На тап это у нас хорошо. А где-то была вот эта инструкция. Так, ignition и понятно. Break, steer. Ну все, в принципе, ничего такого, ну, нового нет. Кроме вот положения регулира. Так, что-то лежит. Что-то лежит. Кишка, кишка. А, бинокль. Да не, не нужен нам бинокль. У нас есть бинокль. Здесь давай что-нибудь. Не, ничего. Ну, запрыгивай. Ага, ну мы можем рассмотреть. Хорошо, мы, конечно, воспользуемся этим моментом. А, ну вот, есть. Кстати, чуть-чуть не доехали. Вот это прикол. Давайте свысока осмотримся. Не зря же здесь вышечка, значит, что-то может быть интересное. Ого,
Я, пожалуй, поеду туда. Не зря мы осмотрелись. Мы, кстати, что, проехали это место? А, нет, мы оттуда приехали. Вот это место. Где оно, где оно? Вот оно. Мы по-любому едем туда. Без вариантов, там даже столб... Не, все. Едем, друзья, едем. Ой-ой-ой. No problems. Так, мы не упадем. Мы падаем. А, все, не падаем. Так, значит, так, где это было? А, вон, вот, все. Оно даже отсюда видно, поэтому не проблема. Где наш бабила? Так, ладно. О, ветер большой. Не, вот там. Нет, вот там, да. Вон, он, в принципе, очень сдалека видно. Странно, что я его до этого не видел. Все, малышечка, нам чуть-чуть осталось. Поехали. Остыло, остыло, вопросов нет. Вон он. Все, берем курс. Прямиком к мечте, дорогие друзья. Все, летим, летим. Все у нас будет хорошо. Сейчас мы найдем кучу всего. Причем здание я в таких еще не был. Реально не был, поэтому сейчас мы его от начала до... Это что? Интересно, интересно. Давайте посмотрим. Как будто, знаете, постройка из камней. Здесь ничего нету. Ничего нету. Все, газуем к нашей цели. Где наша цель? Вот так вот и в жизни отвлекаешься на какие-то небольшие цели. И теряешь... Вот где-то там, по-моему. И теряешь путь к большой мечте. Во, видите? Гирик тут, этот... Философ. Погнали. Все, у нас нет времени отвлекаться. Так, где этот наш... Наша пост... Вон, походу. Не, это камни, да? Ладно. Едем. Уже темнеет. Вот он. Бачка завалил. Ого, вот это боком мы валим. Нет, все, уже не боком. Уже крендельки пишем. А, так это заправка обычная. Но все равно хорошо. Кек. Ладно, все, сейчас мы... Все будет хорошо, друзья. Давайте переспим здесь, да? Окей. Поспим. Все, он как раз хочет спать. Все, дреманули. Я надеюсь, что я не зря вообще сюда ехал. Я вообще зиму хочу. Так, рассвет. Ага, рассвет нас тоже не особо устраивает, кстати, вот. Свет. А, ну ладно, давайте, хорошо, вообще не вопрос. Так, ну мы здесь точно не были, потому что здесь даже... А давайте, пока он там чилит, мы посмотрим... Ладно, мы потом, мы сейчас разберемся, день настанет. Давайте мы пока с этим чуваком разберемся. Так, тут ничего не кликабельно, это у нас масло. Масло нам нужно, вода, еще очень нужна вода. Воды нет. Ну ладно, давайте хотя бы разберемся, пока где наша ружбаечка. Хорошо, что я патроны не выкинул. Но нам нужен огнестрел, а не такая. Я уже, видите, научился. Я уже понял, что по прицелу мы понимаем, зарядился он, не зарядился. Не делаю куча ненужных действий. Давай, давай, давай. О, классно, прострел, прострел. Как в КС-очке. Давайте, иди сюда, я уже тебя не боюсь. Эй, Гирик тут эволюционировал. Ого, ого, гопота. Гирик тут немножечко эволюционировал, поэтому бойтесь Гирика тут. О, кстати, много всего. Давай, давай, давай. Все, все, отлично. Видите, Гирик тут могет, могет. Так, это у нас масло. Тут ничего не было. Ну и все, все, лутаемся. Давайте посмотрим, что у нас. О, вода. Ребят, я вам обещал закинуть в машину алкоголь. Я закину. Сейчас только развернем. Нам нужно полутаться. Ого! Это что? Вот это что? А, колбасня. Давайте что? Эх, зря, зря. Зря, зря, зря. Так. Покушали. Отлично, он уже кушать хотел. Где наша колбасня? Берем нашу колбасню дорогую, мы ее тоже кушаем. Отлично. Только пить захотели. А пить у нас нету, кроме ради... А, вот тут может быть. Стоп. Вода. Вода. Живительная вода. Все, отлично. Очень хорошо, что мы сюда зашли. Здесь что у нас? Вода. Не зря. Не зря Гирик тут увидел это место. Дизель. Нет, дизель нам не нужен. Алкоголь. А, нужен, кстати. Дизель. Алкоголь нужен. В машину бак сейчас зальем. Ага. Вот смотрите, как он забаррикадировался. Вот это да, вот это мужик. Мужик прошаренный. Вот это разбивает, да, по-моему, можно. А как я... Я, по-моему, разбивал, да? Сейчас мы... Эх. Еще... Ну, вот за...
Шины слишком большие для нас. О, бутылочка пустая, кстати. А как я это делал? А, скорее всего, с воздушечки нашей, дорогой. Да, все точно. Ну что, у нас ничего нету, да? Пусто. Ну да ладно. Вот вторая есть. Интересно, вообще, в принципе, может быть что-то другое? Ну, то есть что-то. О, щеточка. Я мечтал об этой щеточке. Я очень ее долго хотел. Отлично. Хорошо ржавчинку ей убирать. Реально очень долго хотел. Так, давай, давай, выкидывайся. Все. Сейчас мы ее в багажник. Мы будем очищать. Потом посмотрим, что в нашей машине. Колеса нужно. Ну, в общем, по-любому найдем применение. Так. А, есть у нас этот, как его, чердачок. Друзья, это что, номер? Ребятки. Походу, нашел клевую фичу. У нас есть номер вообще? Да, у нас есть номер. Не нашел. Неинтересно. Так, значит, давайте эту. Видите, попадало. Что это здоровое? Это что? Ладно, сейчас. Это воды столько? Ладно, мы сейчас разберемся, залезем. А это что? А, это повесим. Я никогда не вешал в этой игре, но давайте попробуем. Серьезно, повесит? А, это, наверное, не то. Что это за такое? Кулон, да, какой-то? Ладно, потом придумаем. Так, а, вот, тут еще теоретически может быть. Так, перекати поле, давай, катись. А, да, ладно, нам тоже это нужно. Все, ребят, сейчас будет. Не переживайте, все будет хорошо. Чуть потерпите. Делаем дела. Так, все, хватит, хватит. Давай еще так. Все, ребят, вообще не зря заехали. Очень не зря. Давайте быстренько, что у нас еще есть. О, маракуя какая-то. Все, мы вообще, у нас запас большой по еде. А, мы сыты. Так, вот наверх хочу залезть. Сейчас, друзья, я, ну, по-любому залезу. Да что... А, да, вот там много... Да что это такое? Давай, 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 залазь. Так. Ладно, давайте мы просто, знаете, вот так вот пошарудим. Вот это вот что такое? Сейчас мы ее достанем. Вот эта штука. Я ее хочу вот так, видите, изогнуть. Вот-вот-вот. И сюда вернуть. Во-во-во, есть, отлично. Это... А, это дверь. А зачем мне дверь? Мне не надо дверь. Я думал, это емкость какая-то. А все, тут больше ничего нету, правда? А, нет, есть пару канистр. Не принципиально вообще канистры, друзья. А, вот бутылка классная. Что? Алкоголь? А давайте возьмем, засунем, посмотрим, как машина поедет. Поедет. Но вы забыли, кто играет? Играет Ламер Гирик тут, поэтому не обижайтесь. Могу что-то разбить, еще что-то, поэтому no problems. Масло. Видите, везде по чуть-чуть. Но у меня нет желания сильно все это собирать. Давайте просто зальем в бак и посмотрим, быстрее поехала машина. А не-не, пить мне это не нужно. Вот, чуть-чуть. Ну, где-то я, помните, оставлял дизель. Вот, вот это вот еще пойдет. Отлично, давайте. Все, 2% алкоголь. Так, что у нас еще? Дизель. Empty. Где-то было, да? Где-то вот была. Вот она, да. Сколько здесь? 0,5 литра, 0,4 литра, все. Блин, а как она разбилась? Я ее даже особо не трогал. Ладно, хорошо, сейчас где-то здесь чуть-чуть был. Или здесь было. А, тоже. Радиатор большой, причем. А, вот, вот еще, давайте. Аккуратненько. Вот, видите, я беру.
Давай ее сюда аккуратно. Потому что когда я нажимаю на таб, чтобы он ее взял. А, вот, все, далеко было. Он ее как бы бросает. Все, 4%. Я думаю, что этого будет достаточно. Наверху санки. Серьезно, санки, а туда можно забраться, да? Я застрял. А, ну да, кстати. У-у-у-у! Классно, вообще классно. Очень крутой я получил этот опыт. Это что у нас? А, кэтс, миска. Миска, короче, миска и милый котик. Люблю котиков, очень сильно люблю котиков, друзья. Я не знаю, как вы, но я очень безумно просто их обожаю. Вот так, все. Ага. Смотрите. Хорошо, кстати, мы попали в этот раз. Так, ну я думаю, что самое полезное мы отсюда взяли. Пора... А, нет, давайте вот здесь еще. Мало ли, что-то будет классно. Да ничего, в этих... Я, в принципе, скоро перестану разбивать эти доски, потому что в них ничего абсолютно хорошего не находится никогда. Как-то так, друзья. Ну, собственно, я думаю, что... Смотрите, сколько построек. А вот еще. Вот. Прямо. Ох, друзья, в следующем выпуске нас ждет водонапорная башенка. Класс. Давайте до нее доедем. Я вам как раз подытожим выпуск. Вот там, да, где-то она. А как вернуться потом? Я уже не помню, где дорога. Все, едем. Самое главное, что мы... Чуть-чуть подкрепились. Вон водонапорка. Все. Ребят, в общем. Напишите, интересно гирик тут, неинтересно. Негатив, я тоже его воспринимаю. Вот под прошлым выпуском кто-то написал, что типа не особо интересно смотреть, потому что ты не шаришь, да? Ты там много ошибаешься. Классно. Это уже какое-то мнение. Я взял, посмотрел несколько роликов. Кто-то пишет, гирик тут классно, классно. Мне очень приятно. Воу! Поэтому... Ох, ё-ё-ё-ё-ё. Поэтому, ребятки, самое главное, пишите любое мнение. Я абсолютно хорошо воспринимаю критику, поэтому никогда ни за что не обижусь. Едем. У нас цель водонапорочка, друзья. И вон еще, смотрите, сколько зданий. Водонапорка. Там, я говорил, что нам в приоритете путь. Но, ребят, вот водонапорку, как в нее... Ох, ой-ой-ой, остался пожевать кактусик. Спасибо, машинка. Смотрите, реально, точно, мы же заправили. Вот это она едет. Чего я раньше так не делал? Вот это да, вот это класс. Вот это мы скорость набрали. Вот водонапорочка, иди сюда, малышечка. Ты наша цель... Не, ребят, это очень круто на такой скорости ездить. Представьте, как мы быстро будем ездить в следующем выпуске. Да, водонапорка, друзья. Это сейчас пока близко не буду подъезжать. Вдруг там есть кто-то. В общем-то, друзья, мы нашли шикарный момент, как нам ускориться на дороге. Поэтому следующий выпуск пойдет быстрее. Всем спасибо за просмотр. Пишите свое мнение. Всех обнял. Всем пока, друзья.